Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Сегодня воскресенье, и девочкам в их школе задали сделать поделки на Масленицу. Это будет конкурс, и мы уже подготовили все, что нам понадобится. Разные стразики, нитки, карандаши, помпончики и блестки. Я выиграю в этом конкурсе! Девочки, не спорьте, первое место могут занять несколько уточек. Милка, Зефирка, что вы будете делать? Блины! Я тоже хотела блины сделать! Ты у меня скопировала идею! Нет, ты у меня! Мы сделали Зефирка и солнышки! У меня на палочке, а у меня с ленточками! Сейчас девочки хотят украсить свои поделки блестками. Да, Милка, молодец, у вас у обеих отличные поделки. Оценивайте наши работы в комментариях. Ну а теперь, девочки, нужно все убрать. Чур не я! Ну тогда придется нам сани убирать. Эх вы, уточки. Сегодня воскресенье, и по этим дням Зефирка ходит на занятия в школу. А в школе Fun Fun School проходят дополнительные занятия по выходным и в течение недели. В воскресенье проходят танцы! Милка сегодня тоже захотела пойти с Зефиркой на дополнительные занятия. И, в общем, сейчас будем собираться. Зефирка, скажешь нам, что нужно брать на занятия? Купальник или спортивный костюм. И блокнот для домашнего задания. Ну, еще можно кофточку, потому что в зале холодно. Спасибо, Зефирка! Надо бы еще найти этот купальник. Вот мой купальник с юбочкой. Ксюш, я хочу примерить, а то вдруг он не мал. Давай, только юбку, мне кажется, тебе одевать не надо, а то будет неудобно. Ну ладно, тогда кофточку еще выберу. Давай вот эту. Да! Выглядишь, Милка, супер. Зефирка тоже готова. Я не хочу опять снимать купальник. Можно я просто штаны сверху одену? Ну как хочешь, Милка. Только, Милка, одень кофточку потеплее, а эту возьмешь с собой. И сверху одень толстовку. Я готова! Ой, Милка, что-то на улице пасмурно, еще ветер сильный. Я боюсь, что ты снова замерзнешь, еще вдруг заболеешь. Одень, наверное, лучше все-таки комбинезон. О, да, я давно его не одевала. Вот так тебе будет гораздо удобнее и теплее. Ну а теперь нужно собрать рюкзачок. Возьми с собой вот этот. Положу тебе штанишки и кофту. И Зефирка еще говорила взять блокнотик для домашнего задания. Ну вот, возьми этот. Еще, наверное, понадобится ручка, чтобы записывать. И телефон не забудь. Ну вот и все, Милка, сейчас пойдем на занятия. Пока Милка с Зефиркой на занятии, я пришла в Триумф. Мы уже дома, Милка с Васиком делают домашнюю работу. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!